Всем привет! Медработникам была оказана уже очень большая поддержка и сделано много подарков. Но они на этом не заканчиваются. Госпитальной базе ММЦ «Северный» сегодня подарили живопись. Давайте смотреть, какая она! Мы уже на протяжении 2 месяцев работаем с тем, что поддерживаем врачей, которые непосредственно связаны с COVID-19. Мы поддерживаем их в эмоциональном состоянии. И сейчас по всей области мы дарим вот такие яркие картины для того, чтобы их поддержать, для того, чтобы они могли... Ну, знаете, когда врачи хорошо себя чувствуют, они хорошо лечат. И наша задача именно создать это. И уже ни для кого не секрет, что все вот эти яркие цвета, они благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека. Они на передовой. Они на военном положении, и когда со стороны мы получаем благодарность, это всегда очень приятно. Да. Очень будем вам благодарны. Спасибо. Вообще, на самом деле, очень приятно, что кто-то о тебе заботится, кто-то думает о твоем эмоциональном состоянии, и кто-то хочет тебе очень помочь. Это правда приятно. Вам спасибо большое. Очень, очень рада. Я передам всем нашим художникам. Пусть рисуют еще позитив. Спасибо.